Я ехал сзади машины, у меня видеозапись есть. Она ехала с такой же скоростью. Вы ее не остановили первую. Ехала точно так же. Номера все у меня на видеозаписи есть. Машинка впереди шла, где она? Я направлял на вас. Она? Хорошо. Сертификат на этот прибор, ваш допуск к этому прибору и ваши документы в первую очередь. Не ваши, кто меня остановил. И документы на прибор несите сразу. И ваш допуск, что вы имеете право на нем работать. Таня, читай. Небылицы. Подождите, я не вижу. Небылицын Андрей Борисович. Да. До какого года там? Пожалуйста, действительно, то 1065 лет действительно. Так. Ага, хорошо. Учитесь теперь увезну ваше водительское удостоверение. И документы на машину. Причина остановки. Превышение скоростного режима. Цель. Что значит цель? Вы причину вам назвали. Причина, дальше есть цель. Что вы будете? Составление административного материала. Вот хорошо. Права без видимых причин. К этому прибору, что он имеет право на нем работать. Номера сравни там, сертификаты, номера сравни на приборе. Прибор должен быть запломбирован. Хорошо, разберемся. Конечно, разберемся. Желаю вам найти лучшую инспекцию на дороге. Просто ДПП пострадавший, вам круто повезло. А то, что вы снимаете на регистратор, ваше право. Лучшую инспекцию на дороге, стоп. Сертификат-то возьмите, зачем он мне?